Привет! Эд Риборн, друзья, совсем недавно я выкладывал реакцию на пародию Ченского на Дашу Корейку, и тогда сказал то, что если меня устроит активность, я сделаю реакцию еще на один его ролик. Так вот, меня устроила ваша активность, за что вам огромное спасибо. Сегодня я буду смотреть еще один его видосик, называется «Пародия на инстасамку». И инстасамка для меня такой же мерзкий персонаж, как и Даша Корейка. Не знаю, меня прям ее выходки очень сильно раздражают. Если вы такой же, как я, напишите об этом в комментариях. Если не такой же, как я, и вам нравится инстасамка, тоже напишите об этом. И скажите, почему. Мне будет интересно прочитать ваши комменты. Давайте посмотрим этот видос. Если меня здесь тоже устроят просмотры и лайкусики, не забывайте лайк ставить. Сделаем реакцию еще на какой-нибудь его ролик. Тоже можете предлагать в комментариях. Ну а теперь погнали смотреть. Уверен, будет офигенно, как и обычно. Дисклеймер. Я надеюсь, что после этого видео никто на меня не выльет кофе, инстасамец не приедет ко мне домой, и все будет норм. Я главный фанат самки. Кстати, реально. Олег, ты очень круто поешь, не слушай этих дебилов. Приятного просмотра. Что-то какая-то... Камера, мотор, начали. Она круглая здесь. По-моему, она не такая круглая. Слушай, Жора, а... Хотя фиг его знает. Я уже не помню, я ее давно не видел. Ну, тысяч 30-40, там как получится. Фу, блядь. Бомж! Ты камеры поменьше касайся, мало ли это передается. Это 30-40, это, блин, хорошая такая зарплата везде, кроме Москвы и Питера. Всем привет, дорогой обслуживающий персонал. Ты тоже обслуживающий персонал? С вами Даша Home Forever. Кто? Не тот текст. Точнее, Даша инстасмазка. Хорошо. В этом видео я хочу в очередной раз послать всех нахуй. А, ну как обычно, ничего нового. Поунижать всех, ведь я самая высокооплачиваемая рэп-артистка в России. Хорошо. Не забывайте. Сука, это хорошо. Хочу вспомнить все, что происходило со мной за последнее время. Давай. Потому что, ну, это полный пиздец. Например, Яндекс.Еда. Так, ну чё, блядь, ко мне пришел очередной курьер с Яндекс.Еды, посмотрим. Как много сториз, жесть! Так, блядь, а где маски и перчатки? Да, я снял только что. Да, конечно, блядь, снял, он пошел отсюда, нахуй. Пошел, блядь. Такая мразь. Я не про Ченского, если чё. Не люблю таких людей. Так. Блять, я просто в ахуе с этих курьеров ебаных. Типа еще один обслуживающий персонал ко мне придет без масок и без перчаток, блять. Я буду вас мочой обливать всех, поняли, блять. Че, прям перед ним будешь садиться, снимать трусили Андрея и обсываться, что ли? The next day. О, господи. О. Ко мне опять, блять, пришла Яндекс.Еда. Если что-то будет не так, им пиздец. Так. Олеж, давай. Какая мерзость! Это настолько натурально, даже цвет, что мне аж плохо стало. Чё, сука? Чувак аж пересрался. И сумку даже я оставил, что ли? Так. Так. Блять! Это идеальный заказ. Даже сторис не записать. Нужен хайп. Так. Мне нужен хайп. Так, так, так. Охрененный стоп-кадр, блин. Фу, какая мерзость. Ну хотя инстасамка такая же, так. Ребята, это пиздец. Посмотрите, в каком состоянии Яндекс.Еда принесла мне заказ. Мне кажется, так оно обычно и происходит у нее. Я не понимаю, почему именно я это заслужила все? Ну за что?
Я думаю, все знают, насколько наши с Олегом песни пиздатые. Да, я знаю, насколько они ужасные. И самое главное, что Олег пишет мне биты и помогает мне с текстом. Блять, я реально горжусь, что у нас самая оригинальная и крутая музыка, которую мир еще не слышал. Олег, мне срочно нужен новый хит. Да-да, сейчас делаю. Ну-ка, сопри у кого-нибудь биточек, да? 12 seconds later. 12 секунд? Готово, Даш. Я все сделал. Давай, включай. Ну чё, всё, берём. Нет, Олег. Это же трек Cardi B. А, сейчас, секунду. Так. Это офигенно. Вот, ну вот, Олежа. А вот теперь уже я, да? Другое дело, молодец. Раскрутка наших треков — это отдельное искусство. Я, сука, фак, это так, потекла твоя пусть. Это сложнейший процесс. Сложнейший процесс. Все. У нас работает огромная команда пиар-менеджеров. И, сука, в наши песни вливаются миллионы бабок. Вы знаете... Миллионы бабок? Как я ненавижу каких? Каперов и ставочников. Никто, блядь... Поэтому сейчас буду их рекламировать, да? Из моего окружения никогда не будет таким заниматься. Да? Ребят, новый пушечный прогноз уже у меня в телеграм-канале, поэтому заходите. Она что, реально такое говорила? Что-то такого я не видел. Свои деньги. Главное, сейчас мы этим не занимаемся. Олег... То, что было раньше, это уже не считается. Забудьте. Сейчас мы совсем другие люди. Так. Я тут себе сумку присмотрела. Заработаешь денег? Смотри, давай так. Ты же самая высокооплачиваемая рэп-артистка. Я разоблачу всех каперов, и у тебя больше не будет конкурентов. Даш, ты знаешь, что это все в прошлом. Так. Теперь я зарабатываю честным и клевым способом. Ну-ка, каким? И делаю я это на сайте CS GO Run. Ну, я так и подумал, то, что это подводка к рекламе. Так. Приходят немножко. Сосалка, у вас будет он даже такой офигенный промокод выбил себе 15% к вашему ссылке в закрепленном комментарии. Недавно, так, как вы знаете, у меня произошел мой конфликт с визажистками. И я долго думала, и знаете, я хочу прямо сейчас обратиться к этим девочкам и искренне перед ними извиниться. Слишком мало я вас отпинала, да? Простите, что я так поступила. Простите, правда. Надо было не просто выбросить ваши вещи на... Ну, я так и подумал. Надо было вас поставить на колени, чтобы вы передо мной извинялись. Слишком мягкая с вами, девчонки, простите. Прям похоже. Так. Ка! Кар? Чё ты орёшь? Знаете что, девочки? Это было ваше, блядь, последнее опоздание. Понятно? Подожди, в смысле, Даша, так мы же сегодня на полчаса раньше пришли. Классика, блин. Правда? А по американскому времени вы смотрели? Так. На 8 часов уже опаздываем, девочки, поэтому знаете что, девочки? Сука. Собирайте свои манатки и проваливайте нахуй из моей квартиры. Так. Зачем ты дверь закрыла, а девчонок выпустить? Даш, так это твоя косметичка. Это восхитительно! Это просто шедевр! Так. Блять, сути. Теперь вашу еще выкину, да? Добрый день, ваш блэк. Бедный чел, ему уже который раз не везет. Я же в маске и перчатках! Блять! Дорогой обслуживающий персонал, так, это обращение к вам. Окей. Вот ваша зарплата за год. Мне насрать на эти деньги, понятно? Давай. Так, ну. 50% сохранилось. Олежа! Теперь можно сдать в банк и обменять их, да?
пожалуйста, в банк. Если еще королеве рэпа хоть раз, хоть кто-то опоздает, я буду поступать жестче. Я инста с маской, я заслуживаю большего. Ясно, сука? Какая мерзость! Ну зачем так делать? Какая мерзость, реально. Идите. Я ж к Саше Спилберг на подкаст на 2 часа уже опаздываю. Лицемерка? Да похуй. Ты не просто артистка, блогер. Хорошо. Так. С недавнего времени я еще и писатель. Моя книга... И хрена себе, чего она там написала-то? Или я уже забыл просто? Стала бестселлером. И мысли, заложенные там, будут жить веками. О, кажется, пошла книжка. Олежа, бумага закончилась. Да, я точно, я видел эту книжку. Недавно okay. со мной произошла жесткая ситуация, о которой узнал весь интернет. Ну-ка. Ведь я самая высокооплачиваемая артистка в России. Какая-то тварь позволила себе облить меня зеленкой. Да кому ты нужна? Я надеюсь, что я найду эту мразь и поговорю с ней. Там вон зеркало есть, иди пойди посмотри, найдешь сразу. Олег, только не на брови. Скорее всего, так оно и происходило. Да-да, Даш, хорошо. Так, собралась, все. Шрек. Это пиздец, только что на меня облили зеленку. Надо больше эмоций, вот это, как ограбление было, да, все. Это пиздец, какие-то мудаки облили. Нет, мудаки. Какие-то туа. Да нет. Что-нибудь пожестче надо. И да туа. Адекватный. Зачем я на самом деле записываю это видео? Так. Я хочу анонсировать свой новый трек. О, а я думал, когда же трек-то будет? Приятного просмотра и прослушивания. Давай. Так. Что за жесть? Согласен, да? О, господи. Лучше не надо быть такой. Да какая мерзость ужас. Жирная жопа, я мама на массе. Грязная жопа, я мама на трассе. Ёбаный нищий, ты персонал опоздал на минуту. Иди погуляй. Спросишь, как сделать так, чтобы быть тупой сукой. Я скажу, вот, люби. Свои руки зеленые. Мой мэн, он тупой, как деревянная пробка. Но есть плюс лоу. Он бывший капер с баблом. Возможно, да, плюс. Это шикарно. Из Ченского получилась инстасамка лучше, чем из инстасамки. Слушай трек в моей группе ВК. Не, на самом деле, в этот трек мне понравился гораздо меньше, чем трек в ролике про Дашу Корейку. Но это еще не все. Ну-ка. Я, наверное, главный фанат инстасамки в России. А вокал манекена у меня вызывает неподдельный оргазм. Что за вокал манекена? Я думаю, у вас у всех так происходит, да. И как истинный... Нет, я даже просто не понял, о чем речь. Фанат, я очень хочу, чтобы мой кумир заметил меня. Ну-ка, интересно, написал что-нибудь? Поэтому берем Нет? телефончики в руку. Так. Заходим в Инстаграм и так. пишем Даше. Ну-ка. Оцени видео фаната. И прикрепляйте ссылку на этот. Ну, можете еще там смайлики.
Ну, проявите, проявите мозг. Буду... Проявите мозг. Мелочиться. Давайте, если под этим роликом я увижу 120 тысяч. А сейчас сколько? 91. Лайк. Что-то как-то не набралось. Видимо, слишком загнул, потому что на корейке было всего лишь 70, он просил. Я лично устроюсь в Яндекс.Еду. Так он же, по-моему, и так устроился. У него же ролик выходил на канале. Знаете, это будет акция в честь обслуживающего персонала. Поддержу чуваков, которые хотят чего-то большего, но на этом этапе в жизни, к сожалению, пока что не могут этого получить. Даша, не волнуйся, я буду только в маске и в перчатках. Обязательно, 100%. Ну и чё, ебаните подписку, чтобы не пропустить этот ролик. Всем. Блин, ролик вообще офигенный получился, как обычно. Пока. а где же это хлопанье ладошка? Камон, мы это всегда ждём, блин, с конфликта. Что такое? Всегда ждем в конце ролика, короче. А видос получился мега ржачный, прям очень реально похож на инстасамку. Такое же безумие, трэш и жесть. Огромное спасибо Ченскому за его шикарные пародии, он реально офигенный чувак. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Будет здесь много просмотров, много лайков, будет еще реакция на Ченского. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока!